Это все те же вруба. Идет дождь. Погода неприятная. Несмотря на эту погоду. Так, что там у тебя было? Так, 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 подожди. Подожди, подожди. Подожди, молоток, я его не вижу просто. Ткни пальчиком. Сейчас немножко наеду, чтобы видно было. Вот. Вот очередной кристалл. Ну-ка, аккуратненько его. Там Марион или... свободно сидит. Свободно? Достань. Вот в песочке. О, это Марион или этот? Тунчак. Тунчак. Красота. Можно гранить? Можно. Вот какой Александр. Да. Что там еще можно? Ну ладно, все, пока. Попадется. Все еще? Нет, пока нет. Это тяжелый второй. Сорт горщика. Фу. Вот инструмент набрали какой-никакой. С надеждой, что все-таки сможем эти глыбы поднять, которые на той яме. А может показаться, что прошло несколько мгновений после последней съемки. Хотя нет. Прошли сутки. После этого мы были уже на другой яме, возле шахматной. Но там какое-то дерьмо идет вместе с пигматитом. А потом были снова на той яме. Ничего не нашли, уперлись в глыбы. Вот сейчас взяли инструмент и будем биться. Тент натянем, но мы все заснимем еще. Пойдем. Погода никуда не годная, ветрище. Вчера весь день шел дождь, сегодня тоже немножко. Вот, продолжаем видеть эту яму, где нашли перильчик. Так, вот я покажу эту яму-то. Будем работать поодиночке, один в одном конце, другой посередине. Вот. Сейчас устраняем всякие неприятности и готовимся на случай дождя, который все равно будет сегодня. Это яма, которую мы бьем второй год. Так получается. Вот этот корень что-то не мешался. А этот большой тоже хочешь? Да, наверное. Какие усилия приходится прилагать, чтобы вытащить эти камни на поверхность. Вот Александр сейчас работает над одним из больших кусков гранита.